главный тренер команды «Протон Саратов» Маричев Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, с победой вас! Очень приятно сегодня вы завершили 2021 год. Как оцените игру? Ну, в первую очередь бы я хотел поздравить всех наших болельщиков с наступающим Новым годом. Сказать им огромное спасибо за то, что они приходят, поддерживают нас, болеют за нас. И поддерживают не только, когда мы выигрываем, когда и проигрываем. Спасибо за их любовь. Мы стараемся им отвечать тем же. Вот, поэтому с Новым годом, с наступающим. Всем здоровья, счастья, чтобы вот это... болезнь, которая сейчас накрыла весь мир, чтобы избавиться от нее. Я всем это желаю. Вот, поэтому будем надеяться, что у нас наступающий год будет еще лучше. То, что хотелось бы сказать по игре, мы понимали, что будет нервная игра. Ну, скажем так, не нервная, а напряженная. И что просто так Краснодар нам не отдаст. И вот небольшая расслабленность во второй партии привела к поражению в этой партии. И, конечно, в связи с этим борьба, конечно же, обострилась. Ну и девочки молодцы, что могли проявить, я считаю, что действительно могли проявить характер. Где-то они еще добавили в так называемой концентрации, да, что мы под этим подразумеваем, мы знаем. И за счет этого они смогли довести две остальные партии до победы. Спасибо вам большое. С наступающим вас Новым годом тоже. Спасибо.